Что, ребята, всем здравствуйте снова. И мы начинаем охоту на ламу. Вы находитесь на канале Game Country. Напоминаю вам, если кто забыл, где мы находимся. Мы находимся у аппарата «Хватайка» непонятного происхождения. Ну, думаю, что довольно понятного уже. И мы будем с вами пробовать ламу. Сегодня мы будем пробовать ламу, но лама не хочет пробовать. Возможно, нам придется сейчас раскачивать этот аппарат, который не хочет раскачиваться, но мы постараемся хоть как-нибудь его раскачать. И, жалко, ну... Сами понимаете, лама находится у стекла. И здесь уже при раскачке тоже, знаете ли, попасть, не попасть. Главное, ее оттуда... Кто же ее туда затолкал? Да, вы знаете, честно скажу, самое сложное – это откапывать игрушку от стены. Лично у меня раскачки никогда не удавались. Вот что-что, прямо не люблю я их. Но, ребят, ну зачем ты так упала, лама? Ладно, упала она очень нехорошо, аппарат вообще не хочет доходить до стены. От слова совсем. Но мы будем стараться, посмотрим, сколько сегодня нам потребуется денег до сильной попытки. Посмотрим, ребята. И сколько нам потребуется вытащить, сколько денег мы вытащим ламу. И вообще, вытащим ли мы ее? Ах, лама, ламочка, зачем ты так? Ладно, как же нам быть? Возможно, здесь, да, требуется некая раскачка. Ну, давай, раскачивайся и захватывайся. Да, мы посадили эту ламу. И мне хочется достать ее, если честно, как-то случайным образом. Да. Ну давай, хоть раз закинься случайно, давай. Без сильной попытки, давай. Лама, ты же можешь это сделать. Ламочка, давай. Ну будет бросать, ребят, Ну, лама классная. Почему бы и нет? Почему бы не достать ее, да? Она очень классная. Давай, лама. Давай, тащись, лама, тащись. Ах, он ее бросает, ребята. Ну, вы знаете, сколько людей хотели вытащить эту ламу. Да вы даже не представляете, сколько людей хотели вытащить и нашу ламу, ребята. Сколько нам потребуется попыток, чтобы вытащить ламу. Она проскальзывает. Ребят. Да. Лама проскальзывает, ребята. Что же нам делать? Мы хотим эту ламу. Давай, лама. Тащись. Эх, не хочет. Она ведь была так близко к лунке, и мы могли бы ее затащить, ребят. Вообще просто. Но он ее откинул куда-то. И все, и она все дальше и дальше от лунки. Представляете? Это лама. От лунки она все дальше и дальше и дальше. Ребят, представляете, что творится с этой ламой? И она даже не взялась. Ай-яй-яй. Но мы не теряем надежды, пробуем ламу. Ну, утка уже есть, вот это вот Джерри нет, потому что есть лама.
Есть конь, такой у нас уже есть этот коник. Это ковбойский конь из игры. Это Фокси Фокс, такого вытягивала. Что-то как-то очень мало просмотров у него, у Фокси Фокса, мало лайков. Ну, лама, зачем ты так крутишься? Прокрутилась наша ламочка. Лама-ламочка прокрутилась. Ничего, мы ее все равно будем пробовать. Нашу ламу-ламочку. Ну и потом будем ждать уже, когда люди что-то тут поиграют. И, возможно, здесь что-то изменится, станет веселее. Я бы вот этого попробовала, чудика, Чип и Дейл спешат на помощь. И лама катается по аппарату взад-вперед. Это лама. Ну что, Чип и Дейл, спешащие на помощь. Мы хотим тоже вас попробовать, но у нас сейчас лама. У нас сейчас лама. Нам нужна лама. Мы хотим ламу. Лама, лама, ламочка. Ах, лама, лама, ламочка. Вот такая вот игрушка сегодня у нас в аппарате. Помимо остальных игрушек, всяких разных, есть лама. И хочется, чтобы она попала случайно. Ну, случайности не бывает. Бывает... Захваты сильные и слабые. Разные бывают захваты. Вот. И, конечно, все хотели ламу. И мы хотим ламу. Все хотят ламу. А лама всех не хочет. Вот такая вот история с этой вот подругой. Как ее можно назвать? Подружка. Подруженька. Остальных дождемся. Пусть, так как я трачу на это немалые деньги, подожду, пусть другие тоже потратят денежки, немножко поковыряют. Они будут пробовать Тома и Джерри. Тома или Джерри. Потому что он сверху лежит. Конечно, они будут ждать, когда я кого-нибудь отрою, чтобы его вот так вот просто взять и забрать. Но нет. 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 Лама, ну вообще, что за прокрут такой на нее идет, на голову? Ну хорошо, я попробую ближе к спине, потому что лама, она прокручивается. Ну давай. Нет, вообще погладил ее и все. Неужели она туда зарылась? Ребята, неужели она зарылась? Ну, а здесь кого еще пробовать? Это сон луну эту, которая зарыта, не зарыта кем-то. А, там этот лежит. Крот. Не, ну солнца нет. Лама? Лама? Конечно, лама, да. Солнца нет, лама, да. Лама, да, лама, 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 да. Лама, 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 да. Какой был королевский захват. Это был просто королевский захват, ребята. Захват ламы. Королевский захват ламы. Давай, лама. Давай по-королевски. Нет. Лама по-королевски не хочет захватываться. Ну ничего. Ну ничего, ламочка. Ты не грусти. Мы все равно будем за тебя биться. Мы будем биться за тебя, лама. Хоть, конечно, ты крутишься, вертишься, шар голубой. Крутишься, вертишься вместе с тобой. Так, ну что, лама? Давай мы соберемся и ламу. Попробуем, лама. Давай, лама, 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 лама. Давай, давай за голову. Не думала я, ребята, что лама такая неудобная и вертлявая.
Честно говоря, я не ожидала такой вертлявости от ламы, ребят. Я думала, она будет подниматься вообще с каждой попыткой. Просто с каждой. Но она, видите как, иногда поднимется, так, знаете, подразнится, типа, ха, видали, я поднимаюсь, ха. А потом и все. Давай, мы видали, как ты поднимаешься, давай, еще бы ты тащилась, еще бы ты в лунку попадала. Вообще, цены бы тебе не было, лама. Ребят, мы продолжаем ставить лайки, подписываться на канал Game Country. Пытаемся. А кто это? Так, что это, кто это, где это? Мы достанем тебя, дружище. Что бы ни было, во что бы то ни стало, подружка наша любимая, мы тебя достанем. Давай, подруга, зачем ты отпускаешь ее? А мы так с тобой не договаривались о параде. Правда, ребята? А вот бы нам каждый раз доставались бы игрушки, так вот, с пару попыток. Ах, если бы эта лама еще каждый раз поднималась, мы могли бы понять, когда сильная попытка, а когда нет. А то, знаете, вот это вот прокручивание, я не понимаю. Она выпала или он ее отпустил, понимаете? Это, ну, не очень понятная ситуация. Кто кого выпустил, то ли лама аппарат, то ли аппарат ламу. Ну что это такое? Что это такое, ребят? Что это за такое? Ну давай. Не хочет, ребят. Неудобная она. Так что зря мы думали, что это будет легко. Нет, ребят. Нет, форма ламы не очень простая. Она как олень Бэмби, который тоже долго не хотел браться. Прокручивался так, вертелся. Это Г-образная форма. Что же нам делать? Но как же нам ее вызволить оттуда? Давайте вызволим ламу. Давай, ну давай, будь сильной. Нет, слабенькая. Так, пробуем еще. Пробуем. Давай, будь сильной. Нет, она не сильная. Так, как же быть? Ну, давай еще раз. Захватись и не роняйся. Захватись и держись. Ну, теперь вообще, что это за такое вообще? Что это за поза такая у ламы? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, кто тебе так сказал лежать? Давай, тащись уже. Так, в общем, без сильного захвата нашей она не будет, ребята. Нужен сильный, ребят. Сильная нужна. Слабенькая была, бросил. Пробуем. Сильная нужна, ребята. Нужна сильная попытка. Так, пробуем. Давай, друг, тащись. Не тащится, ребят. Не тащится. Попробуем еще. Ребятушки. Давайте, ребят, давайте, мало лайков, понимаете, мало лайков, и лама не выходит. Если было бы больше лайков,
А я думаю, она бы выходила быстрее. Давай, поднимайся. Тащись. Нам тащись давай. И поднимайся. Ты главное это. Поднимайся. Поднимайся. Главное поднять. Поднять ламу. Поднять, 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 поднять. Нет, лама. Вот эта утка весь обзор перекрыла. Я уже не понимаю на самом деле, что там с ламой происходит. Ее огромная голова этой утки. Она просто... Если бы у меня такой не было, я бы ее вытащила. Но она у меня есть уже. И не хочу я ее тащить. Она, кстати, случайно вытащилась. Я другую игрушку пыталась, но... Я корги пыталась. А вытащилась утка. А захват попался. Ну, я охватил утку и бах, и все. И вышла утка. Но это было чуть ранее, поскольку тогда еще было попроще вытащить игрушку. Не то, что сейчас, просто какой-то трэш по доставанию игрушек. Поэтому я стараюсь ходить в разные аппараты, чтобы так не надъел. Но мне кажется, у нас один и тот же хозяин на разные аппараты. И тут ходи, не ходи. Ну, вы сами видите, да, то есть почти 20 минут мы пытаемся бороться с ламой. И пока что успех не было достигнуто. То есть лама пока в процессе, так сказать. В процессе. Лама в процессе. Ничего, сейчас мы еще попробуем поднять. Не, ну мне нравится, что она поднималась, по крайней мере, до этого. Ну и вот даже сейчас она поднялась. Она поднимается, это радует. Джерри я не хочу, или Тома, кто бы то ни был. Пикачу зарыт. Все это подождем, пока отроют. Утка есть, ну, короче, лама. Ламы нету. Ламы нету, поэтому лама хочет к нам. Еще бы классно. Еще бы классно. Вообще, просто зашибись. Идемте. Мечта детей. Я бы хотела это самое. Мечта детей. Мечта детей. Мечта деток. Она здесь. Вот она вся в этом аппарате. Это мечта детей. Ребята, у нас тоже будет розыгрыш. Вы тоже сможете заполучить игрушку. Если вдруг нет возможности играть, недостаточно денег, чтобы выиграть, и можно заполучить игрушку. И всего лишь нужно ставить лайки, подписываться на наш канал. Все, больше от вас ничего не требуется. Не нужно никаких финансовых затрат. Все бесплатно приедет к вам с доставочкой. Так что давайте, ребят, стараемся, подписываемся. Лайки ставим. Все-таки столько трудов уходит на то, чтобы достать эту игрушку. Ну, давай. Давай, лама, давай. А, в принципе, мы достаточно покидали в этот аппарат. И думаю, что здесь уже на ламу набралось. Лама уже все заслужила свое вытягивание. Она заслужила это. Но единственное, накрутится, страшное дело, это голова. Но лама заслужила для того, чтобы выйти к нам. То есть мы заслужили, чтобы эта лама дошла к нам. Понимаете, да? Мы это уже заслужили. Что же нам делать, ребята? Ну как нам поймать ламу? А как нам заставить ламу вынести в лунку? Как? Как нам это сделать, ребят? У вас есть идеи? А может, надо подписаться на канал? А может быть, надо
поставит лайк? Может, это поможет? Давайте попробуем, поставим лайк. И попробуем сейчас ее достать. Ну-ка. Давай, 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 давай. Нет, нет, ребята. Так, пробуем сейчас. Давайте попробуем подписаться. И еще раз попробуем. Хорошо? Сейчас. Вот вы подписались, все, вы подписаны. И, ой, сейчас мы будем ждать. Как же нам лучше? Так, 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 так. Ждем время. Давайте я даже отойду. Прям вот издалека, чтобы прям вот все было видно хорошо. Так. Давайте сейчас. Времечко у нас. Два, один. Запуск! Ну, пока вот слабенько, слабенько, мало подписчиков, мало лайков. Давайте сейчас еще раз подпишемся, проверим, что мы подписаны. И эх, падает. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы попробуем ее еще раз. Так, мы попробуем ее еще раз. Давай, давай, подружка, обнимашку. Нет, ну никак, не хочет вылазить. Ох, она лама. Давай, лама, ради всех наших подписчиков, всех наших лайков. Давай, покажи свой класс, лама. Давай, покажи класс. Нет, не хочет. У нее маленькая голова, когда он за голову цепляет, она все, она выпадает. Она выпадает, ребят. Когда вот именно за голову, ему прям тяжело ее вообще за голову. Так что зря дети тут подходили, говорили, что мама не хочет носить. Она у дырки лезет. Она у дырки. Ну и что, что она у дырки? Ну и что, что она у дырки? Вот легко бы, наверное, Тома было бы вытащить. Но не ламу. Так, надо как-то пристроиться к ней. Все, силы на исходе, ребят. Силы на исходе. Силы очень хотят ламу. Лама очень не хочет к нам. Будем пробовать, ребят. Мы должны достать ламу, ребята. Во имя нашего канала. Нет, нет, нет. Давай, лама, во имя наших подписчиков. Выйди к нам во имя наших всех, всех, кто подписался, давай. Эх, почти, почти, ребята, почти. Так, лама, во имя всех лайков, которые поставили тебе каждый человек, который поставил тебе лайк, выйди. Ну, прямо я попалась. Хорошо. Во имя нашего розыгрыша, чтобы ты в нем тоже участвовала, чтобы ты и была в числе игрушек, который будет подаренный, выйди. Так, ладно, хорошо. Так, давай, лама, во имя положительных комментариев, которые напишут подписчики про тебя и про другие игрушки. Нет, ладно. Так, во имя чего она должна выйти? Во имя чего ей выйти? Даже не знаю. Во имя нашего канала. Давай, давай, ловись. Не ловится совсем. Не ловится. Это очень сложная лама. Как бы то ни было, она очень сложная. Да. Просто сложнейшая лама. Я уже даже не знаю. Подожду я времени, наверное. Подожду, пока время вообще уйдет. Постою, посмотрю на ламу. Интересно.
Знаете что? Тут вот она может попасть в щуп, конечно, щуп в эту луку. Ну, я там Гарфилда еще одного нашла. О, в луку не попал. Ламу поднял. Почти, да, видали? Так ударилась хорошо. Ах, так ударил хорошо. И так бездарно бросил. Ну, ребята, я не знаю, как его уже под этот подкрутить тут. Не знаю даже, что с ней делать. 25 минут, почти 30 минут. Ну, что с ней? А, что можно с ней придумать уже? Ну, давайте поснимаю, стану вот так. Посмотрим, как он ее будет зацеплять. Вот так вот. Вот так зацепил. Ну, бросил. Видали? Ну, опять он ее бросил. Да, он ее снова бросил, ребят. Она удобно лежала, но он ее бросил. Но она все равно, видите, упала. То есть она в другую сторону, он ее переметнул, перенес, как бы, да. Ну и все. Теперь вот здесь вот ее мучает, а сильного захвата не дает. А, я уже вот подкручиваю, чтобы он как-то, ну, захватывал. За шейку там, я не знаю, что. Лама вот такая вот у нас упертая, упертая такая. Вот лама попалась. Прямо. Упертая, какая упертая. Ух ты, лама. Ты что такая упертая? Зачем ты так с нами? Мы так, лама, не договаривались. Ну, а теперь за голову вообще. Ладно, лама, давай. Давай, лама. Ну, зачем такой захват? Ламы. Косой захват, косой. Может, сейчас будет не косой? Ну-ка. Эх. Бросаем, бросаем, бросаем-то куда? К стене бросаем. Да, ребят? Стеночки ведь бросаем. Ай-яй-яй-яй. Да, ребята, да, ребята. Надо что-то с этим делать. Люди верят, что я уйду, да, такая снимала видео. Ой, вы знаете, я не буду брать эту ламу. Я просто так покидала деньги и перед захватом, перед сильной попыткой. Нет, нет, мне не надо. Сколько там у вас? 10 рублей. Сейчас. Сейчас покидаю, давайте, вынимайте, давайте. Нет, ребят, так дело не пойдет. Мы будем пробовать ламу. Ха. И лама перекрутилась вообще. Может, это была сильная попытка. Лама выпала. И кто ее знает, эту ламу? И кто ее знает, эту сильную попытку? Кто ее знает? Она даже теперь не хочет браться. Не хочет забираться. Дедушка думал, что здесь бесплатно дают игрушки. Так заглянул, не понял. Бесплатные игрушки есть. Давай, давай. Лама вообще не хочет подниматься. Вот лама села и сидит. Вот представляете, ребят. Вот она просто села и сидит. Вот вы видите, сколько трудов уходит? Блин, ну я не знаю, за какую часть тела ее тащить. Ох, оказалось бы, такая легкая лама, да, легкая, да. Ну не знаю, за голову, не за голову. Что с ней делать, с этой ламой? Не берет вообще. Ну, вообще застряла. Ну, застряла, просто застряла. Хоть ты тресни, застряла. Надо ее за голову попытаться оттуда, так, чтобы щуп еще не попал. За голову попытаться оттуда вырвать. Да, вот как-то так. Так, все, она снова валяется, снова лежит. Мы ее снова пробуем.
Мы ее снова попробуем. Давай. Эх, чайка. Пробуем сейчас еще. Пробуем. Ребята, пробуем. Ну, а как поднял? А какой был божественный подъем? Прям вообще, прям королевский, королевский. Ну давай, ты можешь, ламочка наш. Что это было? Что это было, лама? Давайте лайк ламе, лайк за ламу. Тянется трудно, аппарат сами видите какой. Гладит, но не дает. Поднимает, но тоже не дает. Поэтому, ребятки, давайте. Прокручивает еще. Еще она крутяшка. Давайте. Посмотрим нашу ламочку. Давай, красотка. Давай. Так, ладно. Пробуем. Теперь неудобно. Неудобно. Ну ничего, надо пробовать. Даже если неудобно. Ах, лама. Да, тяжеленькая ты. Неудобная, особенно когда лежишь вот так вот. Неудобно ты, лам. И как тебя в таком положении вообще достать? Ну, вот так вот как-то. Нет, видите, он ее никак. Сейчас вот будет голова. А голова, видите, какая? Прокручивающаяся. Помните все эти моменты прокручивающейся головы в этом ролике? Ну, что это было? Ну, как это вообще? Лама. Давай, уже пора выйти. Уже полчаса снимаем, как ты выходишь. Давай, эпический выход ламы. Эпик фейл. Нет. Но, возможно, где-то эта попытка кроется. Где-то она есть, ребят. Она явно где-то рядом. Лама, эпик фейл. Лама. Голова помешала. Да уж, не думала, что с ней будут такие загвоздки. Не думала, ведь так хорошо была. А, теперь еще так. Она так хорошо была у стены. Так хорошо лежала. Так прямо, ну вообще она... Так шоколадно лежала, ребята. Ну как так возможно? Ну как? Что это было? Это был, может быть, сильный захват, который ушел никуда. И теперь видео может быть опять свыше часу. Для того, чтобы это все чудо расчудесное вообще куда-то пришло. Нет, ребят. Дорогая лама получилась. Мы думали, она будет быстрая, а она получилась. Дорогая лама. Вот так вот, ребята. Вот так вот, понимаете? Какие вот дела. Лама, давай. Лама. Давай. Ну, был хороший же захват, что не так? Что не так? Все так. Лама. Я призываю ламу. Лама. Нет. Лама не призывается, ребята. Она не призывается. Ну, ребята, что нам делать? Очень все плохо. Мы хотим ламу. Она не хочет. Лама. Давай. Эх. Да, ребят.
Слов нет. Слов нет. О, вот она, ребят. Ребят, всем спасибо за просмотр. И всем спасибо за ваше терпение. За то, что вы такие молодцы. Я вас всех благодарю. Я попробую еще шарик, у меня одна попытка. Но я вам очень благодарна за то, что вы это смотрите, то, что вы терпите, как и я, вот эти вот ожидания, попыток. Это, конечно, отдельное спасибо вам. Сейчас мы посмотрим на нашу ламу. Давайте. Шарик. Нет, ну шарик не взялся, смотрим ламу. Ну что, ребята, вот такие вот игрушечки у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, у кого такие есть и у кого в аппаратах такие завозили. И всем пока-пока. Не пропускайте наши следующие игры. Обязательно их посмотрите. До новых встреч, ребята. До новых игр. До встречи на канале Game Country.